Сильная жара накрыла большую часть Японии. Температура воздуха в Сидзуоке достигла рекордных 40 градусов. Это самый высокий показатель в стране за последние 85 лет. За две недели из-за аномальных температур там погибли 4 человека. В больнице с тепловым ударом попали свыше 9 тысяч человек. Больше половины из них люди старше 65 лет. Власти рекомендуют жителям по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.